Губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин 3 года назад подписали соглашение об организации снабжения подмосковного региона водой московского водопровода. Московскую питьевую воду, очищенную по новым технологиям, уже получают и жители Люберец. В запуске новой насосной станции повышенного давления на улице Московской принял участие глава округа Владимир Ружицкий. За последние годы в Люберцах вода из-под крана стала чище. На чайнике нет накипи, стиральные машины лучше работают, а на руках не сохнет кожа. Все это – результат поступления московской воды. Городской округ Люберцы пока не полностью перешел на московскую воду. Но Мосводоканал и Люберецкая администрация совместно с руководством подмосковного региона постепенно решают задачи, связанные с модернизацией. С каждым годом все больше потреблять московской воды, потому что водоносные горизонты в нашей зоне, они истощены. Здесь много фтора, железа. Московская вода, она очищается по всем современным стандартам. То, что сегодня придумано в мире, это есть в системе Мосводоканала. Это качество воды, это все, что касается состава воды. Благодаря запуску новой насосной станции московской водой будут обеспечены еще порядка 15 тысяч жителей Люберец. Пока это 115-й квартал. По словам главы округа, в перспективе мощности насосной станции хватит для обеспечения бесперебойной подачи воды более чем для 40 тысяч человек. Московской водой в настоящее время обеспечены около 60% жителей округа. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.